Откуда ты? А как хозяев-то зовут? Как к вам попал этот вот экземпляр? Да очень просто. Дети гоняли по улице. Ну, шли ребята наши. Увидели. Сначала так присматривались, а потом пожалели, потому что дети слишком сурово с ним обходились. Они и кидали палки, и камушки. А у нас много животных дома, и решили, что не помешает козлик. Но это чисто детский образ мысли. Поэтому привели козла. Я решил, что надо попытаться так найти хозяев. Дал объявление. Но пока не безрезультатно. Ничего не получается. И по всей вероятности мы его увезем. В деревню, если найдутся хозяева, тогда им придется просто в деревню за козлом ехать. Нам не жалко. Ну и чтобы он пропадал так голодный по улице бегал, тоже не сможем оставить это. Как он по характеру? На удивление очень спокойный, почти как собака. Может вот ходить на поводке, не бодается, не легается. И первый же вечер, когда привели, он преспокойно провел на балконе ночь. Ни разу мы не слышали от него ни охов, ни ахов. Видимо, устал от всех этих бедствий. Козел, названный временно Кузьмичом, в хороших руках. Но если хозяин его прежний все-таки есть, объявитесь.